бригады по работе с личным составом подполковник Филенко Владимир Викторович. Сегодня мы в очередной раз получили гуманитарную помощь от национального освободительного движения России, которое связано с систематическими обстрелами наших объектов. Казарменное помещение получили значительное повреждение, которое требует капитального ремонта. Нам сегодня привезли стройматериалы. Мы выражаем еще раз, благодарим ребят, что не забывают, отвлекаются на наши нужды, просьбы. Украинская артиллерия разнесла у нас казармы, штабные подразделения, штабное здание. И ряд других объектов, которые мы не можем показать отделению, потому что имеют место характерное привязки. Еще раз вам спасибо, Александр Дорсуэ. Я вам, как заместителю командира бригады, хочу вручить вот этот флаг. Это георгиевский флаг, символизирующий нашу победу, неизбежную победу. Этот флаг является символом национально-освободительного движения России, национально-освободительного движения вообще в целом всей нашей страны от, скажем прямо, американской оккупации. Мы прекрасно знаем, кто командует там террористами, бандитами, которые обстреливают сегодня Донецк. Поэтому я хочу вручить вам этот флаг, чтобы был он у вас на видном месте. Он у нас будет. Это символ нашей победы. В комнате боевой славы он будет у нас находиться. Отлично. Как представитель парламента Новороссии, хочу сказать следующее. Идет война, жестокая гражданская война. Ну, наше государство рождается еще в муках. Основой государства является армия. Будет жив, сыт, согрет солдат, будет жив. Спасибо вам за оказанную. Как-то все, наверное.